Вот мой босс сказал, что все вопросы по поводу... Ну, что сказала, то сказала. Я человек подневольный. Уходи. Кому уходи? Кто уходит? Ну, что вы хотите? Ну, покиньте, пожалуйста, помещение. Представьтесь, пожалуйста. Я сейчас представлюсь. Пожалуйста, не применяйте ко мне силу. Так покиньте помещение. Представьтесь, пожалуйста. Кто вы такой? Вы отказываетесь исполнить законные требования сотрудника кто милиции. Кто вы такой? Вы сотрудник милиции? Вы преступник, милиции. Вы еще не представились. Угу. У вас нету, наверное, посвящения. Вы купили имеете, эту форму. Какое вы а какое вы имеете право? Вы человек. Я не знаю, что вы нарушаете. У меня значит, есть задача. Я имею право никого не допускать к сейфу. Я имею право заходить? Нет, не имеете права. Если я не сейчас имею право, значит, это запрещено, правильно? Да, запрещено. Если запрещено, то какую статью я нарушаю, какая ответственность будет? Ну, оставляйте камеру, зайдите где-то, смотрите и вышли. Давай. Ты что, смотришь, что сейчас приедет? Камеру спрячь. Я только что позвонил председателю, он сказал, сейчас приедет его заступник. А почему вы сразу это не позвонили? Вы сказали, вы не можете ему позвонить. Ну вы только что с ним разговаривали. Я сказал, что я не имею права вас сюда пускать. Они сейчас приедут. Но вы сами? Так мне нельзя, подождите. Мне же нельзя. Вот сейф. Окончательные списки. А вы откуда, кто, что, как? Я сейчас объясню старшему сыну. Журналист и доверенная особа. Леон, здравствуйте. Подойди. А тут, получается, приехали журналист и доверенная особа. От кого? Ирина Луника. От Ирины Луника хотят посмотреть. Хорошо. Я понял. А можно ваше какие-то удостоверения посмотреть, да. Что-то? Вам нужно или сейчас кто-то придет, потому что не, даже зарегистрировать? Не, мне можно. Написать. Где бюллетень мы вас пустить не можем, а где... Я звоню своему старшему. Звоните в территориальный и спрашивайте, где они находятся. То есть все вопросы через председателя комиссии? Спасибо вам. Я понял. Хорошо. Вот мой босс сказал, что все вопросы по поводу... То есть вы руководствуетесь не законом, а руководством своим. Ну, что сказала, то сказала. Я человек подневольный, я руководствуюсь тем, вы что... не подневольны, вы давали присягу и должны исполнять законодательство Украины в первую очередь. Даже в уставе вашем дисциплинарном написано, что противоправно здесь вы не обязаны выполнять. Здравствуйте. А я тоже не знаю. Причем? Больница к этому отношению не имеет. Протокол. Он уже передан на материальные ценности, передан им. Все. Вот, пожалуйста, с ними. Ну, таких не ответственности. А что? То есть вы можете сейчас задать свою нет, я не знаю. Только что оттуда гражданский. Вы знаете, что по законодательству, по избирателям, сотрудники милиции не имеют права находиться там, где бюллетни? Уходи. Кому уходи? Кто ну, уходит? Ну, что вы хотите? Я хочу зайти посмотреть. Нельзя заходить смотреть. Вот члены комиссии. Почему вы должны сюда заходить смотреть? Потому что законодательством предусмотрено, что я имею знаете, право наблюдать за избирательным процессом. Ну, полностью. Еще нету процесса. Процесс не идет. Он начался нету. Месяц назад. Идите, снимайте, где он начался. Причем здесь начался? Я доверенная особа кандидата. Хорошо. Если можно будут, зайти... Когда будут члены комиссии, мы сдаем... Почему? Не, подождите. Почему члену комиссии можно зайти, а мне нельзя зайти? Тогда члены... Почему члену комиссии? Он не выше, чем я по рангу. Ну, у вас есть документ, подтверждающий то, что вы имеете право прийти к бюллетням. Покажите мне его. Есть, я уже показывал. Там что, так и написано? А какой должен быть документ? А есть такой документ, где написано, что вы я имею право? Раздобудьте есть ли его. Такой документ? Как он выглядит? Вот кто его выдает? Вот когда вы его покажете, тогда я вас кто спрошу. Его выдает и как он выглядит? Идите разузнайте. У кого разузнать? Вы придумали что-то, я должен выполнять то, что вы придумали? Я ничего не придумал. Ну. У меня есть задача, я им выполняю. Какая задача? Вы не имеете права по законодательству находиться там, где бюллетень. Я вас не обязан сюда пускать. Сейф запечатанный? Конечно запечатанный. Откуда это можно узнать? Как это можно узнать? Вот он.
Он не запечатанный, скорее всего, и вы находитесь с бюллетнями. Это запрещено действующим законодательством. Что вы здесь начинаете кипишевать? Ну дайте пройти. Выходите, я вам не закрыть мешаю. Дверь, да, давайте. Зачем закрывать дверь? Я посмотрю, что он напечатанный. Вы от меня что-то просите, требуете? Я прошу вас переступить порог. Представьтесь, этого... пожалуйста. В соответствии с законом Украины о милиции вы обязаны представиться. Ну, давайте пройдем, мне здесь неудобно стоять. Значит, отойдите назад и представляйтесь. Так как неудобно. Вот вообще, ну покиньте, пожалуйста, помещение. Представьтесь, пожалуйста. Вы я сейчас представлюсь. Пожалуйста, не применяйте ко мне силу. Так покиньте помещение. Представьтесь, пожалуйста. Кто вы такой? Вы отказываетесь исполнить законные требования сотрудника кто милиции. Кто вы такой? Да, вы сотрудник милиции? Я вы преступник, милиции. Вы еще не представились. Угу. У вас нету, наверное, посвящения. Вы купили эту форму. Какое вы какое вы имеете право? Вот человек. Зачем вы представьтесь, вы до сих пор не представились. Зачем вы здесь? А я не понимаю, шумите, чем сложно исполнить пятую статью закона Украины о милиции. Я вам объяснился. Мы представьтесь, я не знаю, с кем я разговариваю. Евгений Викторович. Покажите свою. Я вам предъявлю, что вы хотите. Может, он посмотреть сейф. И не матюкайте. Где написано, что я вам обязан показать сейф? Покажите мне этот документ. Якубенко Евгений. На основании которого вы сюда пришли, чтобы посмотреть сейф, проверить. 18-й год. Евгений Викторович, что, на основании что я нарушаю, если я зайду и посмотрю на то, как избирательный процесс подготовка тут происходит? Я что не знаю, я что нарушу, вы нарушаете, тем, у меня значит, есть задача я имею право никого заходить. Не допускать к сейфу. Я имею право заходить? Нет, не имеете если права. Если я не сейчас имею право, значит, это запрещено, правильно? Да, запрещено. Если запрещено, то какую статью я нарушаю, какая ответственность будет? Привлеките меня к ответственности, если я нарушаю какой-то порядок. Сейчас сюда приедет старший, будет с вами. Зачем? Мне не нужен ваш старший. Ну я вам еще раз объясняю. Ну все, значит, ждем. Вы вас сюда не вы не имеете вы хотите права сорвать выборы? Ну, значит, мы не имеем вы права не имеете вы права хотите, с бюллетенями находиться в одном помещении. Вы хотите сорвать выборы или что? Это вы хотите. Вот, ну а вот что вы здесь ваш напарник до сих пор не представил. Вы в цирке работаете, молодой человек? Что за предположение? Ну, что вы сотрудник что милиции. Вы сейчас представляете... Это вот, Министерство внутренних вам, дел, какой вопрос. Цирк? Вы работаете в цирке или нет? Вы, наверное, в цирке покажите работаете. Мне свою удостоверение. Я представился, я показал два удостоверения. Вы, теперь предоставьте мне свое. Что вы думаете прям? Не в руки не берите, я ваше не беру. Газета «Любимый город Одесса». А это что? Это выдано... избирательной комиссии то, что я еду доверенную особу кандидата депутата. Вы что хотите, посмотреть или снять? Посмотреть. Просто поставляйте камеру, это ваш, нет? Это ваш... Нет, это из другой ну, ваш помощник, нет? Ну, оставляйте камеру, зайдите, нет. Где посмотрите и вышли. Давай. Ну что, смотришь, что сейчас приедет... Камеру спрячь. Я только что позвонил председателю, он сказал, сейчас приедет его приедет. Заступник. А почему вы сразу все, это не позвонили? Вы сказали, вы не можете ему мы позвонить. Не... Ну вы только что я сказал, что я не имею права вас сюда пускать. Они сейчас приедут, если и вы не будете... имеете права, значит я нарушу. Я вообще должен, что-то. Что я вообще могу нарушить, должен тем, закрыть что я зайду. Эту дверь и не пускать сюда вообще никого, кроме членов комиссии и сотрудников комиссии. И всех остальных, отдела. Кто там по закону указан. По закону. Доверенного особо и кандидат имеет право. Ну, сейчас, а это запрещено сейчас. Мне заходить? Подождите, давайте не будем сейчас тут нарушать общественный порядок, орать в больнице. Это в первую очередь. Ну, я спокойно выходить мы... не буду, потому что вы сейчас закроетесь и все. Сейчас приедет. Как сейчас вам приедет. Обращаться, чтобы вот культурно? Хотя бы имя, отчество бы сказать. Конечно, Дроздов Артем Анатольевич. Артем Анатольевич, да. 16-й год. Я не стесняюсь. Сейчас сюда приедет ждем. Зам головы. Да, Аврелис? Да. Можно тут написать, можно тут, как хотите. У меня, я не виноват, у меня нет доверия к сотрудникам милиции, поэтому постою здесь. Я вам держу мнение взаимно. У вас есть недоверие к гражданам? К журналистам. А, к журналистам. Дорожный контроль, так, общественная организация. Сейчас придет. Нету комиссии. Нету еще никого. А кто открыл кабинет? Это. Какой кабинет? Ну, он открыт, тут же люди находятся. Какие
клипы шкодяли, сейфы надо посмотреть. Да? Ждем вроде начальника участка, чтоб пришел, показал. Вот сейф. Они дурака валяют. Кто? Вот. Говорят, нельзя посмотреть. Вот вас впустили, а меня не пускают. Ну потому что это наш кабинет, меня сюда и пустили, понимаете? Так сказали, что вообще никто не имеет права, кроме членов комиссии, заходить. Никто. Я еще им не передал. Надо вот сейф передал. Потом сейчас надо передать пожарный. А вот только что заведующий тут говорил отделение, что передали и уже не имеет права заходить. А что вам надо снимать? Сейф надо снимать? Ну да, он запечатан, снимать, не посмотреть. Запечатан. Посмотреть, сами убедиться. Посмотрели, вы запретили зайти. Сейчас комиссия придет. На данный момент я так предполагаю, что это сейчас помещение, где ведется охрана. То есть можно сказать режимное помещение. Что произошло? Вы член комиссии? Потому что это назначили комиссию, она отказалась. Хочешь посмотреть, сейф запечатан или нет? Окончательный список и запечатан ли сейф? Не имеем отношения к этому. Я здесь старше на этом. Старше чего? Кого? По охране. Вы по охране как бы. Вы можете освободить? Представьтесь, если вы сотрудник милиции, вы при исполнении. Давайте. Закон Украины о милиции будем выполнять. Все как бы. Александр Иванович Янакиев. По какой год еще? По 18. Все соответствует. Да. А что я сейчас нарушаю? Вы ничего не нарушаете. Я доверенная особа кандидата. Понимаю. Я не имею права зайти? Нет, конечно. Все. Не имеете права. Мы охраняем сейф. Что я нарушаю? Все, что тем, что я, вот, я не имею права, но я зашел. Что я нарушу? Вы нарушили... Нельзя заходить Привлеките в помещение. Меня к ответственности. Только что зашел человек в гражданском. Вы зашли только что. А только что вот гражданского впустили и выпустили. А я не знал, спросить, кто это был. Старший был. Ну это как бы его кабинет. Я же так подождите, так можно или нельзя? Ему нельзя тоже. Так вот, вот привлеките его к ответственности дисциплинарно за то, что он впустил. Согласно уставу. Милиция. Мы ждем. Кого вы ждете? Членов комиссии. Не, не хочу. У нас доверия к милиции нет. Вы сейчас закроетесь и потом ждите. Мы не закроемся, тут как бы находится все. Да. Уже, вы начинаете сейчас. Да хоть я. Вот смотрите, я зашел, когда вам позвонили. Что спросили? Посмотреть, опечатан ли сейф? Ну, зачем? Он опечатан? Ну как он зачем? Он опечатан, да. Откуда я знаю? Вам поверить? Вот просто взять поверить, да? Он опечатан. Я доверенный особо кандидата. Я имею право смотреть и следить и проверять. Сейф опечатан у комиссии. Откуда я знаю? Вдруг вы приняли открытый сейф? Открытый сейф? Да. Я бы подошел бы, посмотрел бы, уже бы уехал бы, меня бы здесь бы не было. Но вы сами, так мне нельзя, подождите, мне же нельзя. Ну я же говорю вам, подойдите. Что за человек? Вот сейф. Печать кого, чего? Подписал один Григорий. Соответственно, все вопросы к ним. Ждем. Ну, кто подписал, и как подписал. Мы не имеем ничего отношения. Мы охраняем целостность сейфа. Все. Чтобы не повреждено. Только что пустили, чтобы не... если это нельзя. Вы не нарушили это. Ну зачем это было? А зачем сразу было запрещено? Послушайте, ну как бы вообще нельзя, как бы по инструкциям, по правилам. Тогда пишите рапорт. Ну, все правильно, я говорю. Вы нарушили то, что... Вы принципиальный человек. Я просто вам хотел показать принципиально, что он не есть. Все. Какие вопросы? Вот. Можно? Давайте туда, наверное.